участки колонии. Какие-то проступки или еще-то замечания в адрес Балазекина с момента его появления в колонии 25 июля до сегодняшнего дня какие-то есть? Нет. Как ты говоришь, существенных замечаний к данному выступлению не имеется. Балазекин, ну, как бы, в комнате, в которой он содержится, в конфликт вступал с какими-то лицами, которые вместе с ним там содержатся? Нет, не было такого. Было ли какое-нибудь со стороны Балазекина, в том числе, какие-то замечания в отношении сотрудников, то есть сотрудники жаловались на Балазекина в части его внешнего вида, в части его поведения, в части нежелания работать, еще чего-нибудь? Нет, такого не было. Такого не было. Администрация Аркадьевской исправительной колонии указывает, что за период отбывания наказания вы характеризуетесь отрицательно, имеете дисциплинарное взыскание, в связи с чем, по мнению администрации исправительного учреждения, за период отбывания наказания характеризуетесь отрицательно, и на основании этого, то есть отрицательные характеристики и достижение моего возраста 18 лет, администрация воспитательной колонии просит вас перевести для дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию общего режима. Это понятно вам? Скажите, пожалуйста, согласны ли вы с данным требованием администрации воспитательной колонии о переводе вас для дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию общего режима, либо не согласны? Я согласен с тем, что будущий срок дальнейший должен находиться в исправительной колонии общего режима. Если он здесь бы остался, он хотя бы еще годик поучился. Да, да. И потому, все равно детям, мне кажется, не такое отношение, как потому взялся. Что он звонил, говорит, очень было удивительно, какая у них школа. Говорит, приблизительно как гимназия. Ну, а гимназия у него была такая, ну, старинная гимназия петербургская. Ну, он очень был так поражен, говорит, ну, классно. То есть, хорошая школа. А для него это, ну, одно из самых главных дел. Хотелось бы, конечно, но вопрос уже решен на 99%, потому что, чтобы воспитанника оставить, ну, в воспитательной колонии, начальник колонии должен ходатайствовать перед судом о том, что вот этого парня, мы хотели бы оставить, а они наоборот уже написали заявление, чтобы его взрослые перевели.